Здравствуйте, с вами Александр Миколенко. И сегодня мы поговорим о голубике высокорослой. В данном случае у меня посажено вот тут кустов 70 для себя, для семьи. Сорт Блюкроп, уже четырехлетние кусты, плодоносящие полным ходом. А когда на рынке продают в горшочках, ну в пакетиках в горшках, обычно надо покупать одно-двухлетнюю, саженцы голубики. Ну, продают и трех, и четырехлетнюю. Но там получается, что корневая не соответствует, то есть верху. Я делаю так, на то, как бы в малых количествах и так для себя. Бывает вот пластмассовая тара, вот такая, их там зимой можно достать в городе на рынке сколько угодно. Высаживается двухлетний куст сюда. Я его в данном случае заглубил. Вот здесь уже рос где-то 2 или 3 года, получал я урожай с него небольшой. Сейчас она уже, смотрите, нагружена урожаем полностью. Вот она мне уже мешает. Здесь, видите, она ее явно зажимает. Это колонна, это груша, вот, конкорд. Я достал, вот сейчас, раскопал под это. И мне проще, не надо поливать. Поливаю только не так, как в горшках. И вот сейчас ее достаю. Чтобы вы видели смело. Вот. Все, дальше я могу пересадить. Могу продать. Как я говорил. Куда угодно. Но здесь корневая вот этому кусту полностью соответствует. То есть она сейчас, без никаких, она без проблем пересадку. Все, в малом горшке она еще год-два, пока корневая напустит. А здесь уже все заполнено. Корневая. Вот такой как бы способ есть. С вами был Александр Миколенко. Заходите на наш сайт medvino.ru.